целью обеспечить максимально полное представление о премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» у жителей региона, в течение всего мая в области будут организованы информационные встречи, на которых жители смогут задать все интересующие их вопросы. Муниципальные кураторы премии расскажут об особенностях этого года, проинструктируют о подаче заявок. Также в каждом муниципалитете будут работать специальные пункты помощи. С 14 мая пройдет акция «Лес Победы», в рамках которой планируется высадить более 1 миллиона деревьев и восстановить почти 300 гектаров леса. Акция пройдет по всей Московской области с 10 до 13 часов, и принять участие в ней сможет каждый желающий. Власти уже подготовили саженцы ели, сосны и туи для участников мероприятия. С 5 мая с 9 до 11 часов в помещении кинотеатра «Искра» пройдет День донора. Желающие сдать кровь должны обязательно иметь при себе паспорт, постоянную или временную регистрацию в городе Москве или Московской области. Сдавшим кровь будет выдана справка, освобождение от работы на 2 дня. Выплачена сумма 570 рублей на дополнительное питание. Газета «Видновские вести» объявляет акцию «В день Великой Победы – победные цены». Успей подать заявку в рекламный отдел и поздравить ветеранов с Днем Победы. 9 мая – 9% скидка на все рекламные блоки с поздравлением. Мы ждем вас по адресу: город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Все подробности по телефону 541-24-33.